В Екатеринбурге 43-летняя женщина-водитель Nissan X-Trail попала в аварию с трамваем. Столкновение произошло сегодня днем на пересечении улиц Нагорной и Красноуральской в Верхесецком районе города. Владелица кроссовера двигалась со стороны улицы Заводской в направлении 11-й детской горбольницы по улице Нагорной. Ее 4-летний сын сидел сзади справа в детском удерживающем устройстве. Видимо, рассчитывая на то, что подъезжающий к перекрестку слева от нее трамвай должен ее пропустить, водитель не стал сбавлять скорость перед перекрестком и очень скоро пожалела об этом. Трамвай «Татра-3» первого маршрута вонзился в переднее левое крыло ее машины своим сцепным устройством и выбросил Nissan на газон. Юный пассажир X-Trail, к счастью, не пострадал. А вот у виновницы ДТП, плохо учившей правила дорожного движения, особенно в части приоритета маршрутных транспортных средств на перекрестках равнозначных дорог, поднялось давление. Так что с предварительным диагнозом множественные ушибы ее пришлось госпитализировать с места аварии. Nissan получил значительные механические повреждения, трамвай лишился небольшой детали переднего сцепного устройства.